Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Представляем вашему вниманию автомобиль Hyundai Getz 2004 года выпуска. Мотор бензин атмосферный 1,3 литра. Коробка классический гидротрансформатор на 4-ступенчатый, супернадежный и ресурсный автомат. По комплектации давайте пройдемся. Летняя резина в отличном состоянии. Оригинальные колпаки Hyundai. Красивый цвет, обратите внимание, морской волны. Комплектация максимальная. GLS. 4 электростеклоподъемника включает, электропривод зеркал, регулировка водительского сидения по высоте. Автомат классический, не вариатор, не робот. Подстаканники имеются в салоне, да, кондиционер, обогрев передних сидений, обогрев боковых зеркал и заднего стекла, аудиосистема, противотуманки. Салон в очень приличном состоянии. Прошу обратить ваше пристальное внимание на состояние арок, порогов, низов дверей. Кузов сохранился очень хорошо, без жучков, без коррозии. Задний ряд практически как у нового автомобиля. Обратите внимание, есть регулировка спинки задних кресел. Посмотрите, можно выставить несколько режимов есть, да? Даже не один, не два, а, по-моему, даже три режима. Автомобиль выглядит очень красиво, экземпляр ухоженный, достойный, по технике обслуженный. Критичных вложений автомобиль не требует. По правой стороне посмотрите, на арки, пороги, цвет восхитительный. Проемы не зашарканные. Обратите внимание, да, вот. Как раньше автопроизводители, видите, старались, да, вот в плане материалов, да, отделки салона, железа. Здесь автомобиль реально качественный. Посмотрите, как сохранились сиденья, да, материалы. Ничего не протерто, не просижено. Даже регулировка поясничного подпора для водителя имеется. Водительское сиденье, вот обратите внимание, да, следы износа минимальные. Руль родной, да, ничего не красилось, не перешивалось. Данный автомобиль идеально подходит для девушек, женщин, для молодых парней. Как первый автомобиль, это просто один из идеальнейших вариантов. Обслуживание дешевое. Так что звоните, ответим на все интересующие вас вопросы. Приезжайте, проведем тест-драйв. Прокатим вас, дадим прокатиться вам. Ну и приобретайте, дорогие друзья. До связи. Всегда рад видеть вас у нас.